Чирышском вновь опасаются подтоплений. В выходные на территории райцентра шли дожди, и река разлилась, говорят в поселке. Огромные лужи стоят прямо у заборов. Один из жителей рассказал нам, что река разливается из-за бреши в старой дамбе. Как старую дамбу размыло во время наводнения, так вот этот участок и остался. То есть его не подсыпали, ничего как бы не делали. Сейчас из-за того, что дожди пошли, уровень Чирыша немного поднялся. И вот где вот этот размытый участок, да, там опять, ну как, немного как бы образуется как бы протока Чирыша, да, и вот эта вода опять-таки льется в сторону огородов домов, где-то сейчас метр где-то от заборов она держится. По словам Александра, брешь в старой дамбе могли устранить еще во время короткого наводнения в конце мая, но эту работу не сделали. Мужчина подчеркивает, сейчас потопленных участков нет, вода то прибывает, то убывает. Но всю ближайшую неделю прогнозируют дожди и грозы, поэтому река может легко подняться и зайти уже в огороды. В отделе ЧС Чирышского района нас заверили, что вода у участков грунтовая и поднялась из-за повышения уровня реки, поэтому отсыпка берега ничем не поможет. Тем не менее, специалисты добавили, что в случае необходимости жилые участки будет спасать техника, которая сейчас как раз работает на строительстве защитной дамбы. Техника вся здесь, в селе, поблизости, для проведения каких-то неотложных работ, и в любое время можно подогнать.